Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем парламента Ирана Али Лариджани. Встреча прошла на полях первого совещания спикеров парламентов стран Евразии в Москве. Собеседники отметили особо важное значение недавнего официального визита Нурсултана Назарбаева в Иран, во время которого были достигнуты договоренности в торгово-экономической сфере. Казахстанско-иранские отношения, которые всегда развивались в духе дружбы и взаимоподдержки, сегодня переживают этап нового роста. Спикеры обсудили проблемы региональной безопасности, связанные с активизацией деятельности террористических организаций. Председатель Сената пригласил иранских парламентариев принять участие в конференции «Религии против терроризма», которая состоится 31 мая в Астане. Также Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Спикеры обменялись мнениями о текущем состоянии межпарламентского сотрудничества, процессах региональной интеграции и ситуации в мире. 11 мая состоится официальный визит председателя Совета Федерации в Казахстан.